Красиво и функционально все, от внешнего вида до внутренней отделки. Детский садик на Отрадной почти завершен. Первыми взглянуть на результат пригласили родителей будущих воспитанников. Качеству работ нареканий нет. Отделка значительно отличается от советской. Вместо однотонной зеленой стены – яркие краски. Комфорт в холодное время года обеспечат пластиковые окна. На них, к слову, установлена защита от ребятишек. Подобная система безопасности есть на розетках и сместителях. Если обратили внимание, я думаю, обратили, вся внутренняя отделка из самых современных материалов. Сантехника великолепная, именно предназначенная для детей, с терморегуляторами, чтобы они, ну, не дай бог, не включили там горячую воду большей температуры, чем требуется для этого. В ближайшее время в детский сад завезут недостающее оборудование и мебель. Часть распределят по группам. Их всего будет 14 для разных возрастов. Для самых маленьких организуют творческие занятия, например, живопись и пение. А уже с 4 лет ребенок сможет окунуться в науку. Все вышеперечисленное на современном языке называется STEAM-образование. STEAM-образование – это включает в себя интеллектуальное, творческое развитие. Все в комплексе будет. Естественно, научное исследование будет проводиться. Инженерия, математика, робототехника. Мультстудия планируется открыть, компьютерный класс. Многие дети любят собирать что-то своими руками, будь то конструктор или полноценные роботы. Этому тоже научат. Любит собирать лего-конструкторы, то есть и из больших деталей, и из мелких. В общем, все ему это интересно. Думаю, что планирую, да, дадим какое-нибудь направление, обязательно выберем. Педагогический коллектив почти сформирован. Среди сотрудников есть логопед, психолог, инструктор по физкультуре, само собой воспитатели. Осталось подобрать только обслуживающий персонал. Детский садик рассчитан на 280 мест. Почти половина из них уже распределена. От родителей поступило 140 заявок. Я думаю, что в самое ближайшее время, как только мы получим это здание, пройдет процедура лицензирования, и где-то к ноябрю, конечно, детский сад наполнится детскими голосами. Благоустроят и прилегающую территорию. Здесь появятся горки, песочницы, беседки для игр и отдыха. Все строительство обошлось в 550 миллионов рублей. Это с учетом недавнего роста цен. Покрыть смету полностью помог национальный проект образования. Александра Никитина и Артем Куранов. Управда ТВ.